Я думаю, что мы рано откинули идеи, переверните, пожалуйста. Я пришел с одним пожеланием, мой коллега опередил меня, да? Называется она здесь «Починовничье открыть значит, учреждение сферы молодежной политики». На самом деле, я хотел сказать, что нужно открывать такие дома молодежи во всех районах, потому что, как мы видим, это очень эффективная форма работы. Поэтому здесь так много знакомых людей, поэтому здесь так много активной молодежи, поэтому мы сегодня с вами почти две странички идей заполнили. Именно потому, что мы здесь собираем самых таких активных и перспективную молодежь. Вот. На самом деле, я хотел подарить подарок дня рождения, как принято. Своими руками сделал, и сделал его специалист управления делом молодежи. Он работает в группе по патриотическому воспитанию. Надеюсь, он зовет у вас достойное место в той молодежи. Большую совместную работу. Будем работать дальше. Вот поздравляю вас с таким начинанием. Год работы. Спасибо. Это из гвозди, да? Нет. Гвозди? Гвозди. Вспоминаются слова Владимира Маяковского. Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире крепче гвоздей.